Ну, ты, конечно, зоркий красавчик. Это нам повезло, что у нас не выходили гитаристы. Гитаристы вышли, это самое опасное, что на Т-файле. Да, смотри. Так, давай, короче, давай, Оптикс, ты на трэшу будешь. Блин, ну только косты кикать не будут. Подожди, а можно вопрос? Тонт, тебя складывало там буквально чуть больше, чем твои ХП наносился урон, или прям нормально херачило? И они прохиливали. Я видел там у Оптикса ревностный прокнул. Вот. А, ну я просто хотел сказать, у тебя еще есть один вариант с абсорбом этой фигни, последний. Это у шамана есть талант, по-моему, если по тебе там волна кританет, там физический урон уменьшается. Она всегда на мне висит. А, все. Она должна на мне всегда висеть, по крайней мере. Ну, смотри, тебя что сделал? Тебя сокрушительный удар, это когда первый раз упал. И сразу автоатака влетела. 22 тысячи. То есть тебе в сумме влетело 80к. Причина смерти второй раз у тебя. То же самое. То же самое. 60-40. Ну хотя да, там интервал 0 секунд. А как вы делаете, скажите? Как почему? Жизнь, поставьте здесь код, пожалуйста. Последнюю секунду перетаунчивает, ловит только вот этот удар. Если кошка свет моргнул, я захожу. ЧП где поставил? Это получается, он под дебафом и ловит удар в два раза больше. Поэтому... Давай тогда сейчас я поставлю ударчик. Я пока лечу, он меня откидывает и в полете меня еще тычку дает. Успевает еще МПС. Ну, посмотри, у меня каждый раз такая смерть. Я просто подкаст сразу, ну только он кастует на тебя сразу таун жму. Ну, я не знаю. Вот, смотри. Ну да, я понял. Ты что, Бьорн, если реально поставить варчик, он в полете вмешательством в кого-нибудь улетит, и он и в итоге тычку не получит. В полете 100 тысяч. Сколько там? 110 тысяч. Ну сейчас я попробую потанчить сейчас. Короче, смотри, Донт, я полетаю, ты босса держишь. Что мне делать? Так, нет, ты трэш, просто бесов в кучу стакаешь, это которые трусы. Босс, квадратик. Нет. А? Нет, не надо подводить. Это босс должны подвести. Они стоят, кастуют в основном. Левый пак, который квадратик, там у нас эти демоны. Их тоже под боссы можешь ставить. Там и можно косты кикать. Ну, как я варил, мог кикать косты. Поэтому сейчас, конечно, смотрите внимательно, чтобы вы там огонь сорвали. А Була уже отъехал от этого. Получил тычку. Смотрите за три тома внимательнее. Лучше бейте таргет босса. Видели, что кто-то кастует, сразу быстренько сбили каст. Так, и центральные ворота, которые вот за боссом самые опасные. Первых три паладина эфиряют их. А ты четвертого последнего забираешь, и третий просто уводишь. Все. Понял. Все, давайте тогда... Бьорн, проверь, пожалуйста. У нас Невер релогается. Я вижу. Говорю, Бьорн, проверь, пожалуйста, получишь ли ты этот сокрушительный в блоке. Если с помощью блоков ты это дело заивейдишь, то просто садишь фуриков, садить сокрушительный, ловить, и все. Не-не, так не будет работать. Я это тестил на груле обычки на X3. Делал вейн под блоками, похуй на блоки шотает. Ты же мне что, чтобы я дебаф не ловил? Не, проверить, да, сокрушение заевейдишь ли ты в блоках. Способность, она вешается, типа как, ну, она повесится все равно. Саш, вот он. Че, давайте. Вмешательство. Сказку по ханту. А, все, дали, спасибо. А, ты при этом имеешь в виду, чтоб, типа, я понял. Да, ты в талант вкачать и в танка чартишься. Ну, да, надо будет сделать такой талантик. Правда. Я потом переделал успех. Значит, давайте еще раз попробуем. Кстати, а ты же еще можешь этот, блять, как его, господи, бдилку на танка вешать, он будет еще меньше получать. Нет, ну там с ДС, да, не так просто. Да, сори. Угу. Давайте Серчи на пол. Так, по меткам все то же самое, я раскинул, все готово. Все, пошли. Ну, нормально, сейчас вот трэш уже залили, хорошо, быстро, очень часто. Ну, чтобы с боя выйти и прожать хаспоту еще, было вообще идеально. Еще бы снять хорошо, может быть. Сейчас можешь встретить вот правило блока. По факту с трэшем проблем нет, проблема пережить вот этот удар. Мы можем поменять так, что мы просто сделаем три танка и все. Там 30 секунд вешается дебаф, и каждые 15 секунд, то есть танки, ну, будут меняться. Ничего страшного, думаю, в этом нет. А что ты хэймошнули?
босса. Ну, короче, мы оставили, ну, его перевели, то есть мы его перевели за 3 портала, по-моему, да? Ну, добавим еще один портал. Даже за 4 портала. Ну, 5 порталов будет в общей сумме. Ну, типа, если бы его не апнули, мы бы вообще, блядь, убили бы просто. Ну, да. По щелчку. Понятно, почему. Так не ходит сложно на него. Так, Сошка, заберите моба. Ну, конечно, нет. Ты, блядь, раскол стака не пизди, там, блядь. Сейчас можешь отдыхать, сейчас я буду сказать. Так это, я туда отдыхал. Мне этих гитаристов отвезти одного и кайтить его или танчить? Может? Кого? Гитариста? Не, их держи подальше рейндж кэмпа. Там, ну, вообще их должны, по сути, РДшники заливать. Медики должны бить тех, кто в филе бегает. Это их не прийти задача. Ну, сейчас, видите, лужа сейчас особо не дамажит, и уже большой плюс. Вот, лужа просто может взять и бить спокойно. Там вообще, ну, урона нет. Часок активируется, босс. Да, 6 секунд, блядь. Еще мобов призвали. Ребят, дайте точно, пожалуйста, по чертворцам, чтобы мобов больше не вызывали они. Косты режьте. Блядь, сука. Готовься ловить 5 секунд. Да, лови босса. Есть чибер у нас? Есть. Подними идеальное нейрлайна. Геру дали фулл ДПС. Бомжи, вызовите ДК любой. Чтобы моб белый порезал. Пока фильм дал, пусть побегает. Пристабаф по неверу. Пристабаф по неверу, дайте. Еще был рыба, дайте. Там надо Так, давай сейчас это самое. Я поймаю босса, то есть дебаф, потанчу его еще сам под прожимком, потом заберешь и полетаю. Попробуем. Не забирай пока. Похил Бьорну. Молшу весу, да. Ну, забирай. 69 тысяч ударил, херась. Слышишь, Бьорн, а план капкан. Боком снять можно? Тихо. Бля, Дон, как мы сюда... Дон Табер. Дон Табер. ЧП, подними, есть? Да. Верти. Кубы нажать. Печенька нажми. Печеньку нажмите какой-нибудь. Где-то назначил людей. Дон, забери босса, попробуй. Нет, я потанчу туда. Да, забери босса, сейчас я перейду сам. Каску заберу. Дайте. Каску ПДК дали быстро. Смотри, там 4 штуки будут выходить. Это самое. Дайте баф, помоги. Нет, танк не стал. Сейчас заберу. Да помоги, баф вы дайте, вы что делаете? Каску тебе уже дали. У меня нету каски. Есть. Ладно, хорошо, мне не показывает, почему. Сложила меня. Сопнула. Так же танчить. Короче, в 3 танка будем делать, не будем мать. Все. Давайте пойдем, наверное. Падайте, да, быстрее. Будет не тратить БР, ничего не это самое. Так. Кто у нас будет еще третий танк? Он на это же. А сейчас сколько танков есть? 3 танка, на 4 танка тебе. Хрипат дамажит. Сейчас я посмотрю, какого слабенького ДПС респект сейчас. Из миликов. Так, у нас сова надо нам вообще? Нет, давай вот в танка будешь. Идите в ложу, или что-то. Вы хотите 2 на 8? Да. 3 на 8. 3 на боссе, 2 на 1 на трэше будет. Я на трэше буду, мне проще будет. И по одному стаку. Слушай, Бьорн, мне вот что интересно, типа, пока на тебе даже действует этот дебаф, он больше, чем 20 тысяч не пил. Интересно, откуда вдруг взялся 58 тысяч? Не знаю. А он, когда этот дебаф навешивает, он сначала дает тычку, а потом дебаф. Угу. И сама тычка 70 тысяч урона, без уменьшений. Да, будем ждать нерфов, будем потом уже это самое... То есть от 70 тысяч отнять таланты и вот эти вот всякие проки рейдовые, примерно вот 50 с чем-то и выходит.
Я мог бы донт в охрану ебануть, но, блядь, там КД у меня намешательство 30 секунд, это не профит тоже. 30 секунд КД намешательство, и только один раз я могу засейвить, и всё. Это топовый талант. Каждую вторую, типа, можешь сейвить. Да, блядь, уж проще надо сакры сдавать тогда. Ну, сакры, так, ок, хорошо. Масак, ну через одного можно, в принципе, но такой сакры, проще, да, сакры, проще. А потом еще этих с ручками холипалов прокачанными. Проще и сделать больше просто. Проще сделать три танка и не бать мозги, это столько сейвов надо сейчас. Ну посмотрим сейчас. Потом поставь рыбку и давайте все. Ну да, на каждый сокрушающий просто танк сейв. Да, еще. Ну, понимаете, каждый сокрушающий это 15 секунд. У нас не будет столько сейвов. Пусть у трех танков будет. У нас 5 паладинов. 5-1 ДЦ. Какая разница, типа реально в 3 танка. Просто когда Дон чувствует, что ему сейчас будет плохо, кричит. Да чем кричать, я серьезно не слышу. Вы перебиваете, какую-то хуйню несете, ну что тут? Первый, второй, третий танк, кто будет? Короче, давай, Донт начинает, общий второй перетаучивается. После как Лупсик взлетает, Войд забирает. И так вот по кругу. Все. А если ты будешь мобов под дебафом танчить, будет больно? Мотя каких? По-моему, гитрицы только больно бьют, а так в бесы они магическим бьют, ну, то есть пофиг. Эти могут еще демоны дать прикурить, может быть, когда там ходок пойдет, когда демон падает, они я пойду друг получается. Ну, в принципе, лучше не рисковать, я сам танчу, все. Все, давайте кушать. Так, будет, да? Да, вот эти танки, если что. Так, дом готов, все готовы. Хрипаты готов. СС, давайте СС под танком раскинем. Бафы еще, да, СС по Донту. Бафы еще, так, этот Гудлик, да, СС по Войду. Дрич, СС по Оптиксу. У меня КД 2 минуты. Ну, после как откатится, дашь по Оптиксу, да. Так, все готовы. По дубам по давайте. Сейчас хаспот, под хаспот, потом нормально сейчас выгоним их. 5, 4, 3. Убить можем, кстати, все. Ну, сейчас вот взял ты танк, нормально. Все будет. Сбивайте только эти самые. Отсылку. Окей, ладно. Наверное, не бойся, будем тебя. Лучше через нее УЕ играли, больше ДПС давали точно по целям. Быстрее убьете через творцев, меньше трэша будет. Возможно, мы быстро это самое. Бейте больше точный удар. Меньше големов будет. Понимаешь, что ДПС крутится, но все же. Так, я на себя крест взял, буду крест сбивать. Вот, пособирай мелких, пожалуйста, там этих удалимов, чтобы не поредим вот это. Быстрее, ребята, убиваем. Блядь, опять. Сука, вот прошу, блядь, не уешься. Больше, блядь, точно играть. Весь БР. Вот я не хочу тратить на первой фазе, блядь, БР, но... Еще КД. ЧП есть как БР у тебя? Ну, на войде есть. Вой, дай БР по психушке. Ой, да, наверное, да. Гудлик, скинь агро. Готовься вывезти босса. Сколько там секунд осталось? Рыбан, дайте пульку контроль. Крик на ХП есть? Да. Кулак по ханту еще дайте. Кстати, у меня тоже крика на ХП нет. Есть, ну, не сейчас вроде так. Пойдем, я ору, бля, пока дэма. Крик на баб дайте. Все, лейв донт. Геру дали, куда пас. Заберу пока тихо. Боже, постоянно правда. Сколько будешь дамаж сейчас? Сейчас я посмотрю, сколько он дамажит. Да чё ты не сильно много надо? 2910. 1500 мне бьёт, 1900. Зачем 400. Ну ты там, в тебе меньше входит. Да. 5 раз меньше, чем раньше. Потом следующий войт, и так по кругу.
FPS чуть меньше, но ничего страшного. Зато он обзорный. И свободно танки по возможности помогайте, если что, демонов этих на себя агрить. Вот, и уже сразу, когда он кастует, сразу уже начинает кастовать. Опти, вставай. Фулл баф по оптису, каску по нему, пристабаф и лапу, быстро. Ну, блядь, забери. Вот, ты затам у тебя. У тебя там дебафа вроде бы нету. На ком дебафа нету? Вот, следующий ты заберешь. После оптиса. Забрал. Забирай. Оптис, зачем там нажал? Нажали кубы. Кубы. Печеньку, быстро. Все, отпустили кубы. Я не вижу портал, какой активился. А, все, вижу. Дон, давай побеседим. Сейчас отрежь сверху. Писикошка, сейчас возит ноп, напули его, пожалуйста, на меня. Желательно ближе к порталу. Подводите. Я понял. Угу. Следующий невер, напуль, пожалуйста. Так, играем по черепу. По кресту там. Так, невер, напуль. Следующего за сам затамочку. Оптикс, блядь. Бэри, давай. По черепу больше играем сейчас. Подведите, пожалуйста, босса. Не, чтобы я не отвлекался на трэш. Если на пул обновились, дайте на пул. У нас на пул. По квесту играем сейчас. Больше по квестик. И это кастрюла может. Знаешь, вообще, почему ты дохнешь? Может, ты фласку не выпил нормальную, бкшную, на хпшную, блядь. Выпил уже давно. Бэр, есть еще? Ему на 20 тысяч больше, чем я. Добили. Пожали кубы, кубы. Блядь. Ах. Сука, тебе. Вообще, Рокси вылез. Да я давно уже вылез, у меня свет круг. Предлагаю Ру. Абула, сколько. Какой я роб, я сейчас убивать буду. Сейчас нормально. Нормально всю таксику просто исполняется, там тебе оптик больше в жир в весе. Тебе реально шотает. Пускай не дрочитесь, мозг, блять. Спекните Хрипатова, и его не будет шотать никогда. Да. Спекните просто. Короче, да, больше. Так, мы Ктеридона тоже маны хватит. Да, давай Хрипатый в танк, это да. Пожирнее будешь. Просто ретанцуйте друг друга и все. Давай тогда так сделаем. Начинает донт. Донт отлетает, сразу хрипатый таун, потом Войди, так вот по кругу. Оптис, тогда в ДД будешь. Чё туда? Да там кто Абула звал, что-то спрашивал. Да не, ничего уже. Абула попить принеси, пожалуйста. Быстрее. Без обид. Давай, загоняй, братве, блин, с водой. Дружба, в дружбу. Заводиться-то. Ну, да, не в дружбу, в хуюжбу. Пусть вам гудлик, блядь, шестерка нахуй картофельная несет, блядь. Пошел ты в страху. А че, тебе западло нормальным пацанам водички принести? Конечно, западло. Нормальный пацан сам сходит, блядь, руки-ноги есть, нахуй, не сломается. Так, ну что, когда мы поставим моих рулах на завтра? Поставим, блядь, если что. Завтра на сутках. Так, блядь, на третьем виде есть. Мы уже кучу людям проходки сделали. О, 8 минут. Да надо второй рейд, ну типа это хуйня. Сейчас. Завтра охота. Охоту затрону. Какая крепкая. Хоть варить охоту, чтобы ничего тебе, блядь. Вам тебе нравится побычка? Ну, вы спекверник, там 10 статиков, может, давай пойти, блядь, там. Ну, а как вы будете второй рейд папать? Типа, вы будете один рейд? В чем на второй рейд? Ну, а у нас набор во второй рейд одетых. Люди у нас апнутые нормально, у нас ходят у картинки в основном, не недоапнутые игроки, которые с X2 пришли. Все, ну там нахуй никому не надо. Если хочешь, вы берете ЕП за охоту туда берите еще. Нет. Еще не должно быть. Пидора ответ. Гудлик, ты тут или нет? Гудлик. Да не дергайте его, он мне за водой пошел. А, ну ясно, хорошо. Ничего не убирали. Лучше закрыл, чем вы сегодня. Кстати, да. И ВК, ну не считая нуба. Организуй рыбу. А, вижу. Вижу, есть.
Так, хрипаты давай в танчика тогда. Сколько тебе хп там будет? Сейчас я на хп еще кликну, гляну. Бля, 3 минуты фласки, так перепивать неохота, пиздец. Перепивайте, ребят, не жалейте, блядь. Да ну это стоит. 107 минут. Не стоит, не слушай. Ну мы можем задержаться еще, может. Если посмотрим, что босс подается, мы можем остаться добить его. Я вообще бы тебе фукасный. Не вариант, не вариант, время уже, пиздец. 4 часа сейчас будет уже скоро. Я перепил, блядь, ло, нихуя, час траем, блядь. Так, 58 кхп у хрипатого. Да, побольше. В принципе, нормально было, да, не должна светать. 60 даже. У меня просто ложило, он тоже откидывал. Блин, хрипаты, тебе тоже надо это, волю мертвых. А что, он без воли? Ну, у него нет воли мертвых. Ебать. А воля смертоносную есть? Все, давайте, че на пол. Все, проверим. Воли смертоносного еще... Блять, а можно с ДК нахуй убрать каску, блять, оптикс, и ебануть касочку? А, все, вижу, есть касочка. Так, так, по гитаристам еще по поводу, я буду кастером ставить. Кастер, вы встречитесь в мою цель, то есть я танчить буду, а все гитаристы будут играть, ну, бегать по самому фире, поэтому, ну, следите внимательно. Я буду танчить его, вы увидите, кого я танчить буду. Он будет на месте стоять. Давайте, Арчи, на пол. Рокси, ты гитару достал, что ли? Да. Извини, я было. Ты песню сочинил, Эллер, что не хватает? Сейчас сочиню про годы почему-то. Не, надо прошелку. А, ты обещал прошелковую жопу спеть. Да. Тихо. Эльдер, ты готов? Идите, жрите, блядь, сколько тебя человек изъели. Блядь, ребят, вы чё, нахуй, охуели или что? Сука, что за води, блядь? Я тут, я тут. Что вы тут, блядь, вы поели или нет? Зорки, ты тут? Зорки, блядь. Я только бутерброды закроился. Попозвоны, блядь, состав товарный, нахуй. Бля, реально, пацаны, я сейчас ГП буду давать за это, да и все. Пора уже. Что это за хуйня, блядь? А дашь голду на платке? С ГПшкой вместе, да. В СПКЮР за свою химию ИП дают. Да. Блядь, я не доел, сука. Что, все в СПКЮР пошли? Жарки. Бля, трофишь или что нахуй? Да ел, ел, секунду. Секси, ты чё не поел? Я не видел, не ставили вы. Все, я понял. Хорош, хорош. Секси, он рыбка тут стоит. Да нахуй ГП, блядь. Можно рыбку? Я ГП получу, можно рыбу у меня? Да стоит вон рыба. Какие рыбки, блядь. Пропал уже. Пропал. Это я наем. Один человек нужен. Будешь на приколе нахуй улетишь отсюда, понял? Общий, я не на приколе, я правда, блядь, не видел рыбу. Вера. Молодец, блядь. Мы по рыбу поставим просто. Я вот до сих пор бегаю здесь, не вижу ее. Уже нету, блядь. Там она уж исчезла уже. Я поставил. Нет, нету, блядь. Тут сбейте, возьмите назад, да и погнали. Да просто дохуя шуток, блядь. Не таите. Ну, что время тянет? Так, сейчас я метки раскину, понял. Я подпивасников нахуй отсюда, блядь, больше вреды брать не буду, понятно, блядь, секси? О, кто такие? Чинопу. А булки? Я трезвый сегодня, блядь, специально нахуй. А, под пивом кто, ёпта. Он готов, все, поехали. У нас Жанна, блядь, под пивасом, нахуй. Поехали, пу. Смотри, Жан? Смотри, чё? Точно играть и меньше уехать. Быстрее залете и меньше големов этих вонючих будет. Пособираю этих самых. Вот сука, что я говорю нахуй? Гудлик нахуй, еблан ты, блядь. Что за хуйня, блядь? Почему ты нахуй умираешь, блядь, когда я прошу, блядь, бить точно, нахуй? Ты можешь бить, исполнять команды РЛа, блядь, или нет, нахуй? Потом поуешься. Да, ХБ срывает огурец. Не знаю, он меня не срывает. Я кинул, блядь, мне в лицо. По голему? О, еще и донт вылетел.
Донт вылетел. Донт, ты в инсте, нет? Да, он зашел, он зашел. Идеально, подними этого вагона. У меня КД. У кого не КД? У остальных не КД. ЧП, подними, пожалуйста. Забафайте его, дайте каску, пусть забафайте. Сколько ты там мотивации босса? Я вижу 30 секунд. Печенька осталась, последний метр. Что, бесит точечно? Сколько еще осталось? Секунд 20 осталось? Ближе к боссу Мирика, сами. Тут будете дамажить сразу. Что, всякие гудлики, блядь, точечно били, нормально было. Фулл ДПС по боссу. По боссу играем больше ДПС. Сейчас бьем. Я даже по всему дурака сбил. Сейчас я попробую еще раз. Не сбивай, может. Не сбивается. Только пролах может. А может, слушай, ты. Может, таунтом? Может, таунтом попробовать? Ну, вот турек. Может, таунтили все это время, так? Не паш. Ну, вам на что можно сказать? О, видишь, опять. Это может, когда отходит его. Видишь, нету, сейчас не было. Просто отходить, что ли, на пару шагов? Я на месте стоял. Ну смотри, сейчас попробую. Сейчас готовьтесь, меня ретаунтить, смотрите, ребята. А, не. Берните хрипатого. Я бэрю. Гитаристам, готовьтесь к контролю с первого. Я дам. Не подходите Мирике к ним. Печеньку нажмите. Гудлик. Я дам. Печень! Фир, милики, бейте вообще. Второй вышел, фир его. У КД у фиря эти полдина. Третий вышел, фир. Фир бейте. Еще четвертого я заберу на себя сам. Кастер, бейте, вот метку черри поставил. Все, милики, играйте, которые сейчас бегают. Они репетенсы стоят, нормально. Кастер, бейте черепок, остальные милики всех забивают. Только не сводите, потому что у него сейчас другой дадут, и пипец будет. Пусть они вихрь дают. Но можно контролить их. Стану давать и так далее. Видите, вихрь дает. Не удайте на его. По хрипатому каску. Ебать. Они какие-то язычные вообще. Не шот, а на шот. Ой, блядь, какой блядь. Так, чип. Есть вот поднять ЧП? Я танкую. После того, как оттанчишь, подними ЧП. Кастер, играйте по черепу. Череп можете не шип, не это самое. Быстрее заливайте мобов, быстрее. Помабам. Боже мобам. Поднимаю. Вспышка. Какой портал? Опять гитаристы, блять. Убивайте еще один гитариста. Последний остался. Первый пошел, фир. Второй фир. Бля, ЧП, ты нахуй чё, блять. Я тебе могу их кучу стахнуть попробовать. Все, ты вышла. Фирять. Так. Кастри, вот ваши метка череп. Шоу упал, вижу. Двух мобов, которые бегают, просто бейте кастера. Под мини-зоной там зашот этих тоже милики. Бегают там вот просто. Все, в принципе, с танками разобрались, сейчас все норм. Сейчас осталось только с трэшем быстренько с этим с гитаристом разобраться нормально. Эти волны не лутайте, короче. Он только слышит. Блядь, слаживается, сука. Два танка у нас лежит, один танк лежит. Так, а два танка пока тащится. Было, по-моему, от волны сдох. Так, пожать кубы. Сужи на метку прожмите. Так, бесы, да? Все, забираю бесов. На пульте на меня бесов еще.
Еще один я бегаю. Нормально, зашотайте его. Босса к бесам подойди, пожалуйста, еще. Приз в этот паладин, который шут, ну, фиря его, фиря, пусть бегает фиря. Сейчас смотрим. Я второй стан давал, я теряю 300. Заливайте трэш мелкие. И хрипоты мертвые. Войд соло планч пока. Войд держим. Заливайте трэш, ребята. Фиять этого моба гитариста, не забывайте. Еще войд соло живо. Давайте еще трэш сделаем и рассудимся. Так, еще раз по тим гитаристам. Смотрите. Милики, вы бейте те, которые бегают в фирах. Они вам ничего не сделают. Они будут в фире бегать по КД. Range Camp, вы бьете мою метку, которую я танчу. Все. И давай, наверное, я поставлю первую меточку квест. Допустим, квест это будут те, кто милики будут встречаться сначала. И там уже я потом буду перестрелять с метки. Давайте еще раз сделаем, короче. Ну, в три танка более нормально стало, да? Или нет? Все равно ну, шо? Прожиматься надо. Прожиматься нету на каждый этот, я так понял. Не, я, ну, ой, если три танка, это раз 45 секунд мы забираем нет, босса. Нет, мы сейчас это самое. Это нормально. Будем сейчас так. Ну, типа, последний трай делаем. У него берсы нету еще? Нету, у него берсы нету. На второй фазе он точно так же откидывает танков? Да. Все то же самое, только порталов нету и все. И там небольшая уешка. Только удар там еще сильнее становится. Пиздец. По идее, у меня на каждую прожимку, на каждую эту прожимку должна быть. Ну так сколько смотри, дубовая кожа, сколько когда? Минута? Две. Не-не-не, минута. Минута как? А, минута? Минута. Там еще какую-нибудь прожимку дается. Это самое, и чередовать просто. Ну вот у меня на первую кровь, потом тренька, потом опять кровь, потом айсбаунд. Значит, что Т4? Кровь, просите, потом тренька я... и опять айсбаунд. Т4 просите, когда нету, это самое, у меня машу я дам вам. А если босса треугольник наводить, чтобы он постоянно ходил? Он типа даст каз, короче, развернется, типа, может с атакой не пройдет. Так вот именно, смотри, сейчас как было, вот, он же два раза не прокастил его. Мы во время каста уже таунт нажимаем, и он все равно дает тычку. То есть агро уже на мне, а он все равно тычку дает Фрипатова. Нет, если понимаю, вы на рейндж станете и правда. Вы стоите просто сейчас в одной точке, если будете стоять на рейндже, вот можно будет разворачиваться да. И пиздавать. Я об этом думаю тоже. То есть вы треугольником встанете, либо, блядь, в линию? Там физурон. Там Найт Эльфы не помогут. Локи, раздайте СС по танкам. Так, смотри. Хрипата, ты его танчил, когда он урон не получил? То есть, ну, вообще не было. Ну, заэвейдили как-то вы его. Да, первый я потом будет. Я таунтил его, когда, как раз в начале каст. Я таунтил, я чуть дальше стоял. Видите, а знаешь, что может быть еще бьет? Блять, у ГТК есть талант, что по нему босс может промазать. Да, я думаю, вот не в этом. Нет, это вряд ли. Слишком небольшая вероятность. Лайфлайт танков из-за того, что... Дон, поставь рыбку, пожалуйста. Уже стоит. Стоит уже. Так что, типа, если бы на рейнже стоять, то... А попробуйте, да, в натуре на рейнже сейчас немножко. А вот когда... Как называется это самое... Он, по-моему, должен действовать на цель, которая стоит рядом. То есть, если дал Терен Таунт, и он, ну, то есть, он будет смотреть на эту цель, сокрушительный удар, он может как бы не достанет. Ну, посмотрим, да, еще потестим на расстоянии, будем ли таунтить. Так, два танка. Ну, я попробую танка хватку кинуть. Я попробую хватку кинуть, может он... Не, хватка не точно не скинется. Так, давайте, а че на пул? Сейчас еще раз попробуем. Так, товарищ Гудлик, играем в трэш? Именно в чертвосов, а не в этих, блядь, големов. Услышал, надеюсь, меня? Что-то касается всех. Добро. Все, погнали там. Чем быстрее вы бьете чертвосов, не будет големов. Поехали. Вот я заберу звездочку сам, ты иди там. Блин, эти ромбик тоже.
Ну, у тебя бомжи есть, Тасса? Угу. Дай бомжи, пожалуйста. Сейчас, у меня печенька кастанет, я ему собью. Так я... А, ну давай. Мне первый раз эфир кинул, блин. Ну, эфир, а это локи. Очень много големов надо вызвать, трэш. Очень много големов нужно. Гудлинг, скинь агро. Дайте ему боб. Не, там уже то самое танчится. Нормально. Я не думаю. Сейчас следующий через 20 FPS. Ну, может чуть-чуть. Сколько там до босса осталось до конца? Минута есть еще у нас? Сейчас уже все эти самые локи попадали. Вот 20% в хп у каждого, считай. С печенькой надо. Через печеньку, ребята, играйте сейчас. Хорошо. Дайте на вот это самое бомжей крипаты за бомжей, пожалуйста. Дайте еще голема вышли. Сука, получится. Еще выше один. Не, Кати, сейчас. Мостал, дайте, не знаю, там мостал какой-нибудь. Войт. Мостал тут нет. Активация босса 8 секунд. Подошли к боссу, все. Да булок вызовет всех бомжей тоже, пусть могут мне там побудут. Я пока фир дам еще. Секси тролли пал. Ой, блядь. Скоро будет БР сейчас. Сразу дай мне БР, пожалуйста. Сейчас дам. Скинул. ЧП скинул. Угу. Сейчас немножко, смотрите, сейчас готовьте редаун на расстоянии от ади. Король, вставай. Вставай, секси. К боссу тебе. Дайте еще одну героя, если кто не давал еще. Там. Нет, вы не поняли, сейчас я попробую еще раз сделать. Давай, так попробуй. Угу. Готовьтесь, если что, редаун. Видишь, достает. Вот на расстоянии, короче, просто можно стоять и ловить эти самые хуйни. Пробуй. Сейчас еще раз попробую, подожди. Я посмотрю, сколько влупит мне это. Ну ты же вроде до каста сдал. Сейчас. Ага, не получилось. Заберите с меня босса. Там. Быстрее с меня заберите. Сейчас еще раз попробую. Бах. 48 тысяч мне бьет, птички нету. То есть на состоянии можете спокойно стоять. О, и там. Все. Кубы нажали? Кубы. Двух танков достаточно. Ну, сейчас еще раз, надо потестить нормально. Сделайте сейчас без меня это все. Палтите по то самое. Бонд. Сейчас смотри, под дебафом попробуй, ты сейчас на расстоянии стоять и там все. Угу. Это будет вообще хорошо. Сейчас я побегу. Ой, я что-то ранен. Вот, хорошо, да. Ну, да. Взрывайся, трэш. Писюкошка, напуй на этого моба, который сейчас вышел без метки. Невер, следующего ты мне напулишь. Напулил. Невер. Играем по меткам, сколько по меткам? Меньше ловишь, потому что, ну, как бы через ОЕ, но не себя ОЕ. Выжили. Скрестик, еще не скрестик сейчас. Ты заранее будешь забирать? Можете, пожалуйста, трэш под босса, под мобов поставить? Вообще, сейчас заберу. Так, осталось за мобом. Прожали кубы. Кто там у нас активился? Бесы. Нормально. Добивайте этих самых быстрее, бедняков. Бесов пока не трогайте. На пол дать я уешь на пол. Достаточно. Этого убейте моба большого. Mm-hmm. Пока мелких не трогайте, мелких никто не трогает. Подойдете потом мелких бесов ко мне. Ой, босса к бесам подойдете еще.
Босок бесим. Так, вышел последний, давайте начинаем его вешать. Максимально уедали ДПС. Вот тут все станут давать. Я первый даю. Даю стан первый. Ну, вон... Второй стан так. Второй стан, ну. Кто второй стан дает, блядь? Прибавит там один. Ладно, добивайте точно добили быстрее на бофе. Прям, как мы сейчас взорваться решим. Я сейчас знаю. Антон, давай себе. Босса. Да, если честно, тут особо не пробивает. Лучше не рисковать, они раньше подзывают. Ну, давай, он пробивает, но он больно. Если танк не нужен. Все, это нормально. Гитаристы. Первый готовьте давать. Фир. Пожали КБ. Фир дали первым. Mm-hmm. Великий ваша цель крест. Великий ваша цель крест. Бейте крест. Второй шип. Ой, не шип, а фир. Третий фир пошел. По войду БР. Давай. Не надо. Окей, окей. Не стойте, блять, возле этих самых. Мобов шип, этих самых. Кастер бьет череп сейчас. Босса не подводите к черепу. Как мы режим упал? Больше DPS-а, больше DPS-а. После черепа, после креста будете бить печеньку. Давайте. Уйдите с этого. Так. Печеньку сейчас сечемся. И его по КД ширяем. Я буду ширять. Кого мерики будет, я ширяю. Все, играйте в ромбик. Последнего. Ладно, похуй. Поднимать шипы. Да, поднимай. Ромбик ширяем по КД. Пусть будет. ШП гимноману дай. Гимноману дайте. Добили быстрее ромбик. Куда нажать? Ромбик и милики добивайте, пока ромбик играется. Опять эти демоны. Я вижу. Сейчас болты полетели. Позади босса ближе к порталу ко мне, ну там за мобом, фармиси. Ромбик на пульт, писипошка. Наверное, пули вас только что сейчас вышел. Трусы. Небольшой АУЕ, да? Крест вечно, через крест играем сейчас. Вы умрете. Сейчас я режу пока. Хрипаты подержи. На нем дебаф. Трусы играем. Чуть трусы играем. Сколько процентов босса? Снимаем мышу. Все, добиваются трусики и босса. Вспышка, беса опять, отлично. По боссу в фулл ДПС. Кубы нажать. Печенька, блядь, сука, кто нахуй? Гудлик, блядь. Давай, стрим. Бейте пока босса, топим. И, возможно, можно босса перевести. Бейте, больше по боссу топите, я скажу, когда веса будем играть. Крик на хп, ебаните. Сейчас. Да, все. Рокси, как дела? Сколько процентов? Подойди босса под бесов. Возможно, еще один портал будет. По трэшу дали ДПС, конечно. Я второй дам. Угу. Первый я даю, если что. Даю стан первый. Скажешь, когда. Хорошо. Да, я рано дал немножко. Ветер пока. Единственный босс, давай где стан. Нужен босс до каста 4. Давай стан. Второй, третий стан давайте. Третий. Они гастуют поставить начали. Что фаза? Так, фазы нет, еще рано до фазы. 2% быстрее. Переводим босса. Надо было нам забить куль на это самое. Бесов. Ладно, ветер босс 1%. Сука, гитаристы, кубы нажать, кубы. Крест быстро, крест.
гитаристов просто сейчас портал закроется, гитаристов быстренько фиряйте. Босс сейчас упадет, уйдите с центра, уйдите, я заберу на себя всех хуйню. Все. Просто фиряйте их пока, да. В лужах не стоим, войд. Аккуратно. Все, в центр все стали, сейчас в центр, бежите все. Все, хрипаты танчики, ну ком там дебаф. Все, добивайте босса. Просто сейчас этих сам, ГГ-снип у нас. Есть ли резну ГГ-снипа? Мобов пока ты офигеете. Чекай 2 минуты. Идеально разберешь. Идеально, подними. КД. Еще пару минут. Камень. Хорошо. Камень, собрал, отлично. Есть тайс, Донт? Да, есть тайс. Вставай. Я вижу какой-то. Вставай, похуй. Вой, смотри аккуратно. Блять, хрипаты танчи. Донт будет сейчас забираться от кидона. Только не стань с жопой к луже. Стань жопой к стеночке, где лужи нету. Лужи там вот эти. Донт забери. Хрипат, ты будешь ретаунсить, когда будет одна секунда до этой самой. До сокрушительного удара. Ребаф по донту быстро дали. Куда ты в лужу бежишь, оптикс, блядь? Аккуратно. Лужа МК сдает, если что. Все, хрипаты танчи, короче. Тебе дебафите, да, хрипаты? Заберу пока босса. Да. 30 секунд, короче. Отведите его к воротам, к звезде. Чтобы да, лужу не кидало там. Сюда вот лучше его за стеночку поставлю. Хрипаты танчи, я буду ретаунсить себе. БР есть там? Нету. Скоро будет БР, кого мне БРнуть? По Донту. Донта убейте сначала. У ЧП 15. Блять, хрипатого, сука. Хрипатого держим хрипатого. Я могу попробовать ретаунт. Сейчас я ретаунту. Зипку отдай просто. Маны, иди дайте. Да. Да, я забрал. ЧП поднимай Донта. Давай, поднимай Донта. Хрипатый стал, отлично, нормально. Да. Просто ретаунт, делайте троем ретаунт, да и все. В ворота не упирайтесь, там и выйдется босс. Ну в том понял, босс скидывать агр. Все, понял. Кристобав, клик на хп. Хрипатого реса. Хрипатого реса. Просто три танка у нас, просто три таунта и все делаем. Он знает, что нужно сделать. Хрипат, дайте хрипатый. Остальные просто сейчас. Забрал. Да, 50 тысяч прилетает. Все, это вторая фаза вся, да? Да, это все, это вторая фаза. А СС откатились, может быть, ждать можно? Просто два танка стойте, да, сзади как дом. Дон, ты в лужу улетел, блядь. Стань ты, ну, напротив не лужи, а напротив другое место, чтобы тебя в лужу не закинуло. Ты когда лужу закидывает, ты ловишь МК. Все. Стань вот где... Сейчас покажу, где. Пойдите у ворот от одной, блядь. От одного лужи к другому. Я по там учусь, если что. Донта пробафать. Пробафайте, Донта. Донта, сам печеньку сюда, вот. Здесь тут таунти. Рано таунти. Хрэп это забери. Иннер по сути дайте. Кристобав дайте. По возможности. Донт и таунт. По какой сузи там у хулипалов скоро мана закончится? Давайте по хулипалу мана давайте. Я потом чу, пока Дон готов с меня перетаунтить, если что. Хрипаты пока не таунти, пока тебе баф висит, чтобы не поймать пушку. Жми там, Дон, жми. Я тебя забросил еще немножко, хотя у тебя уже дебаф есть. Таунтите между, блядь, печенькой следующий и... Следующий. Да, вот сейчас я танчу, Дон сейчас следующий будет. Дон, иди в сторону креста. Дон, давай. Блядь, Дон. Долго таунтил. Крипаты, потанчик ты теперь. Я прожмусь. Крипа... Блядь, ладно, ок. Сейчас я положу. Танчите между печенькой и крестом, там, блядь, место дохрена. Все, надо. Хрипата, сейчас будешь ты там учить. Есть БР еще у кого? А ты. Войда будет. Я вижу. Да он, ты куда ты сейчас в лужу залетишь, блядь, аккуратно. Хрипата там у тебя. Блядь, мы в лужу хотим, ребята. От лужи выходите просто и все. Донту дал, СС? Я даю Донту. Угу, давай. Не, он контроль летит, если у него ХП упадет до половины в луже. Да. Угу.
Там набивается до 8000. Фир, давай фир, потому что, блядь, снова вообще да, законтролил. Готовь ее. Ретаунт. Хрипат, ретаунт обратно. 5000. Аккуратно, не бейте его, я сейчас засыпаю. Надо щиток сюда давать еще под этим делом. Если есть иннер, по идее, если есть. Поздравляю воину совета с победой. Иннер... Нет, нету. Пускай этой, блядь, джагой. Все, молодцы, ребята. Изи кат, ёпти. Ебать, ГЦ нахуй. А где первый на сервере? Нага. Понятно, блядь, на сервере. Вот этот босс мне нравится, здесь есть что хилить. Гусон шаманы сверчок. Ну враг не нравится тебе, что ли? У чё, сверчок выпал? Блядь, да, какая сверчок. У меня упала, пиздец просто, блядь. Да. Нет, это же сверчок упал. Шаманы вроде на нее там надрачивали у нас всегда. О, кстати, так, печенька, поехали. Неплохая это, после древка. Ляпать. Висните, пожалуйста, меня, чё это самое, лежу тут. А древка это бисовая. Это моба на ребята. Хрипат 26, приор самый максимум. А, подожди, секунду. Максимально же ролить не буду. Слышь, а давай моба пьем, блядь, а потом ролить будет. Да. Пейте моба, меня ресните еще, пожалуйста. Да зачем? Сначала могу убить. Ты поиграл уже, все. Ты доволен, блядь? Магика убили? Да. Все замены залетайте сейчас. Можешь теперь идти тушить с чистой совести. Теперь будем сейчас сыпаться на королях. Фирал хант. Надо ролить еще, блядь. Че, все, давайте дальше идем. Какое дальше, блядь? Да, спать дальше идем. Говните, спать, спать хочу, блядь, так бы нахуй. Сколько гильзи закрыл? Я думал, 60, наверное. 60 гильзий закрыл на территории. А хули тут закрывать? Ты зайди утрецом на этот псевдо, на эту хуету. Там, военную атаку. Ты себе забирай, пока бусты пропал. Мне печенька это не нужна, я на косову думал, кидал. Да-да. Слушай, так, мы весь мы 8 минут. Да, вот ты не выиграл. Так, хрипаты забирай, да, получается, это самое? Угу. Да. Ну не пойдем на короли, и там я хочу. Не сегодня. А, я так понимаю, от ДДшного-то вообще нихуя не выпалось. Так, а печеньки критические, почему 2 зиг за КП? Ну, а чё, шмотку? Какое ГП, говорю, какое давайте? Так, за 260-ю шмотку. Да, голова 260-я шмотка. Ну, и сколько надо, и сколько это будет стоить? Сейчас скажу. 494 получается. Сколько ты здесь шпать не мог? 494.